Сегодня 22 год, 25 декабря, Рождество. Летоисчисление начинается от Рождества Христова. Представьте себе на минуточку, если бы у нас были соседи, убийцы, воры, насильники и так далее, которые постоянно любили что-то делать, драться. Хотели бы вы такое? Беззаконие. Я думаю, что нет. Поэтому 90% людей не верят в Бога. И поверьте мне, меньше беззакония, чем могло и быть. Бог, когда люди грешат, грех доходит до неба. Тогда Бог закрывает эту всю лавочку с грехом и очищает. Так же самое было при потопе, при Содоме и Гоморре. Поэтому очень важно быть в чистоте, являться светом. И давайте в этот прекрасный день и дальше будем нести истину, свет для людей. Потому что беззаконие, оно отлаживается в наших сердцах. Потому что если взять еще 100 лет назад, люди были все больше верующие. Не было теории эволюции, теории там разных взрывов. Люди понимали, что от чего произошло, сколько Земле лет. Ну, дарвинизм и СССР, оно повлияло на то, что люди начали переписывать историю. А в Библии написано, кто добавит или убавит, тот и будет проклят. Поэтому в мире сейчас так много проклятий. Давайте будем останавливать это и являть людям правду. С Рождеством Христовым!